У нас в стране немало людей и организаций, занимающихся меценатством и благотворительством. Они помогают домам Мехрибанлик и Мурават, берут шефство над малообеспеченными семьями. И это не может не радовать. Это говорит о нормальных, здоровых тенденциях, складывающихся в обществе, о понимании того, что все в этой жизни относительно. То, что вы сейчас увидите, логическое продолжение вышесказанного. Инновации, передовые технологии, реализация новых креативных идей. Именно такая репутация прочно закрепилась за компанией «Автотест». Однако наряду с новаторскими проектами «Автотест» осуществляет и ряд благотворительных инициатив. Одна из таких акций прошла в сотрудничестве с Министерством здравоохранения страны. В ее рамках было передано 70 инвалидных колясок в дома Мехрибанлик, медико-социальные учреждения и медико-реабилитационные центры, а также санатории. Мы стремимся к тому, чтобы ни один нуждающийся человек в нашей республике не остался без внимания. Благодаря проводимым в стране реформам, жители все больше приобретают уверенность в завтрашнем дне, в том числе и лица с ограниченными возможностями. Мы постарались внести свой вклад в поддержку социально уязвимых слоев населения, чтобы они не сидели дома в четырех стенах, а имели возможность выйти на улицу, пообщаться с людьми и в целом облегчить себе жизнь. При этом особое внимание уделялось нашим уважаемым ветеранам. Забота о социально уязвимых слоях населения, практическая помощь и поддержка ветеранов Второй мировой войны – все это является характерными чертами нашего общества. Ведь самоотверженность и мужество этих людей стали залогом сегодняшних мирных благополучных дней. Их неоценимый подвиг будет жить вечно в сердцах многих поколений. Время неумолимо, и с каждым годом ветеранов становится все меньше. А значит, в руках каждого из нас есть бесценная возможность в очередной раз выразить благодарность, подарить улыбку, оказать всестороннюю поддержку ветеранам. Эти заботы и внимание проявляются не только в День памяти и почестей, но и каждый день в году. А примером могут послужить подобные благотворительные акции.